Всем доброго дня! Вы на канале Вязание, с вами Наталья. Сегодня я хочу продолжить рассказ о своих инструментах и аксессуарах. И сейчас хочу показать вначале все свои коробочки, в которых у меня лежит пряжа и какие-то процессы. И вторую часть я хочу начать с показа корзины. Вот такой большой. Я понимаю, что это не инструмент. Наверное, это не совсем аксессуар, но это неотъемлемая часть моей работы, моего хобби, моих вязалочек, моих продвижений. Поэтому я решила начать видео с показа картин. У меня здесь она очень такая глубокая корзина. У нее есть ручки. Наверное, это корзина хозяйственная. Но я ее купила специально для пряжи. И хочу сказать, вот здесь у меня лежит пряжа сейчас. Это пряжа от Color City, кролик. А вот знаете, я уже говорила, что у меня с этой пряжей, я имею в виду не конкретно эту пряжу, а Color City, как-то не складывается. Вот я несколько раз начинала, вязала, распускала, опять вязала, опять распускала. Будет еще эта пряжа в другой коробочке. Я начала варежки вязать себе, мне не понравилось. Хотя цвет мне очень нравится. В принципе, и пряжа неплохая, красивая. Она приятная на ощупь, она не колючая. Ну, я не знаю, вот так складывается. Вот. Ну, сейчас мы перейдем к другой коробочке. Вот такая замечательная. Мне нравится очень эта корзина. Так, и переходим, смотрим другую коробку. Это была большая коробка. Я ее снимала так с руки. Вот такая маленькая коробочка. Вот она очень симпатичная. Здесь таких вот две штуки, которые можно перекладывать, можно вообще убрать. Здесь у меня лежит пряжа. Это на сейчас я участвую в совместном проекте. Это вот пряжа для этого совместного проекта. Я вяжу салфетки. Так, дальше. Следующая коробка у меня вот такая. Мне очень она нравится. Мне нравится сиреневый цвет. И в ней у меня тоже лежит пряжа. Несколько процессов. Она достаточно удобная. Мне очень нравится. Мне нравится в этих коробках то, что это я положила и здесь лежит. У меня не лежит по квартире везде эти моточки, клубочки. Это очень удобно. Еще у меня есть вот такая коробка. Коробка небольшая, но она с крышкой. Мне нравится, что она с крышкой. Здесь тоже Color City. Я начинала вязать. Но мне это тоже не нравится. Я распущу. И не знаю, что-то буду думать. Вот она вот такая вот. Не очень большая, но вот такая вот симпатичная. Вот с крышечкой. Правда, здесь крышка почему-то кривится все время, но ничего. И вот это вот последнее мое приобретение. Она мне очень нравится. Она небольшая, но она очень глубокая. Вот такая вот. Очень удобная коробочка. Сюда прям можно взять еще что-то положить. Просто замечательная. Так, это коробки, которые у меня лежат. Мои вещи, которые я вяжу. Крючки у меня лежат вот в этой коробке. Тоже я ее покупала. Да, коробки те все из фикс-прайса. Эту коробку я тоже покупала в фикс-прайсе. Мне она нравится тем, что она двойная. Но сначала посмотрим, наверное, нижнюю, да? И что у нас на дне коробки? Это у меня крючки. На самом деле крючков у меня немало. Хотя я крючками особо не люблю вязать. А моя любовь – это спицы. Крючками я мало вяжу. Вот. И здесь у меня лежат... Здесь два набора крючков. Один набор вот такой.
Я сейчас выключу, чтобы не греметь, и достану отдельно. Пока. Я прям разложила крючки этими по кучкам. Вот такой набор крючков у меня есть. Я эти крючки покупала. Это китайский набор. Здесь, по-моему, от 0,8. Сейчас я посмотрю. Единица. Да, вот 0,8. От 0,8 до двойки. Я не знаю, насколько он комфортный, удобный. Вот здесь жесткая ручка такая. Я не пробовала вязать этими крючками. Купила, и так они лежат у меня. У меня есть маленькие крючки, которыми я вяжу при необходимости. Зачем я эти купила, я не знаю. Я их покупала на садоводе. Там есть такой ряд 13, где продается всякая мелочевка, всякая всячина. И вот почему-то я их купила. Вот эти крючки я покупала, потому что там же тоже они стоили какие-то копейки. Я, честно говоря, не помню. И я их покупала, потому что, наверное, у меня... Да, собственно, не знаю, зачем. У меня толстые крючки тоже были, крупные. И здесь они от двойки. Да. Да, двойка, вот двойка, я ее вяжу. И здесь 3, 3,5. Это 6. Это 5. Это 3,5. Ой, это 5,5, 5,5, 3,5, 4,5, 4 и 2,5. Значит, от 2 до 6. В принципе, крючки неплохие. Мне нравится. Здесь достаточно удобная ручка. Она вот гнется. И очень комфортно держать в руке. Мне нравятся эти крючки. Вот. И еще у меня есть... вот такие металлические крючки. Я вязала очень комфортный третий. Я им вязала. Я купила такой же, прям даже по цвету такой же четвертый. Это у меня шестой. Я вязала сумку дочки из пряжи Мелоди. Пляжную сумку я вязала летом. Вот это я вязала сумку, и на такой мозоль натерла просто жуткий. Купила семерку, себе буду вязать семеркой. Я хочу связать себе коробочку и проектную сумку. И вот есть такой же десятка. Так, шила вот эти крючки, вообще какие-то столетние. По-моему, они даже без номера. Здесь написано только... что он стоит 30... А, нет, 3,5 написано. А вот здесь написано 25 копеек. 3,5. Вот это не знаю какой. Это тоже без номера. Я не вижу, не знаю, что это за крючок, откуда он у меня взялся такой. Вот. А вот это крючок. Это крючок моей прабабушки. Что за номер? Какой-то тоненький. Она вязала очень тоненькими нитками. Я когда покажу обязательно ее кружево. У меня есть небольшое. Я буду... Будет, когда у нас отчетное видео по совместному проекту. Я, наверное, там покажу ее кружево. И еще вот такие крючки у меня есть. Двойка. 2,5 и... Пятый номер. Вот это крючки у меня лежат. Я ими не пользуюсь. Вот только у меня кошка его погрызла. Чехол немножко. Вот она им попользовалась. Ножницы. И вот здесь у меня лежит всякая всячина. Линейка.
И вот это крючки. Это тулиповские у меня крючки. И здесь один есть китайский. Это двусторонняя двойка. Кстати, очень неплохой крючок. А это крючки. Мы были с дочкой в Израиле первый раз, когда она была маленькая. Первый раз мы с ней летали в Израиль. И тогда у нас еще крючков не было. Мы жили на Дальнем Востоке. Это вообще был дефицит. И я приехала в магазин и набрала себе кучу. Вот все, что были номера. Здесь, по-моему, от 0,5. Да. 0,5 до двойки. Все номера. Зачем я такой тоненький купила? Ну, зачем мы многое покупаем? Я не знаю. Есть он. Дочь у меня не вяжет, ей это не нравится. Она вообще у меня не рукодельница. Так, здесь у меня есть сантиметр. Здесь у меня лежат мои эти счетчики. Вот у меня еще один счетчик. Здесь у меня, я выписывала с Алиэкспресс, вот эти вот, мне они очень нравятся. Вот такие лампочки. Они не портят пряжу. Не оставляют дырочки, когда вяжешь. Так, однако. И вот это у меня коробочка. Больше у меня ничего нет. В этой коробке я тоже выписывала с Алиэкспресс. Это полный такой джентльменский набор, то, что присылается в коробке с Алиэкспресс. Они тоже стоили, коробка эта стоила, ну, не знаю, порядка 200 рублей, наверное. Здесь разные маркеры. Мне очень нравятся вот эти колесики. Я ими пользуюсь периодически. Вот. Здесь есть заглушки для спиц. Здесь есть для поднятия петель. Мне очень нравится он, вот эта вот штука. Не штука, а как это называется? Крючок. Крючок этот. Петлеуловитель. У меня такой вот от машины здесь лежит. Я ими все время пользуюсь. И еще у меня такой есть тонюсенький, притонюсенький. Я не знаю, откуда он и для чего. Но он тоже. Вот. Вот она, петелечка. Ну, лежит и лежит. Здесь лежат две иголки для сшивания. Так. А в этом отделении булавки, да, для снятия. Потом спицы для кос, два счетчика механических. Изредка, очень редко ими пользуюсь, но и очень редко, но как бы и раньше пользовалась редко, а сейчас тем более редко пользуюсь. Ну, пусть будет, на всякий случай они лежат. И вот такие не очень удобные ножницы, они просто, мне кажется, тупые, потому что ими резать совершенно неудобно, и они не режут нитку практически. Сейчас покажу. Ну вот, толку, что они есть. Ну вот, не режут никак. Наверное, выкинуть надо их. Вот, только так порезали. Ну вот и все. Это все мои инструменты, все аксессуары, помощники для вязания. Больше у меня, наверное, ничего нет. Если я что-то забыла, что-то вспомню, я покажу в следующий раз. Видео сегодня маленькое, коротенькое. Больше я вам ничего не покажу. Все остальное в следующий раз. И сейчас вам хочу сказать всем до свидания, до новых встреч. Приходите, подписывайтесь, смотрите. Я буду выкладывать видео почаще. У меня уже есть как бы планы. Я начинаю справляться в этом году, поэтому
Буду стараться показывать почаще. И хочу вам сказать, наверное, до завтра. Завтра мы с вами опять увидимся. Поэтому подписывайтесь. До встречи завтра. До свидания. Всем пока-пока.